Эй, ты! Да-да, ты! По ту сторону экрана. Тебе есть 18? Нет? Тогда выключай это видео. Сейчас же, пока мамка не пришла. Глава 2. Гудящие провода. Подготовьте местную электросеть. Группа 4 согласилась обменять запасы провизии на надежный источник энергии. Осталось только подготовить местную электросеть, чтобы перенаправить ток с русской подводной лодки в поселение. Аня, как мы слышно? Мы на краю города. Слышу вас хорошо. Мы у электростанции. Мы планируем провести питание с подлодки к вашему поселению через городскую электросеть. Придется потрудиться. Идите к первой контрольной точке и... Да, блядь, как всегда. Здравия... Мне еще никогда не было так холодно. Команда говорит, что у нас закончилось горючее. 9 человек погибли. Надеюсь, эта хрень заработает. Я начинаю думать о том, сколько топлива было на корабле. Надолго его не хватило. А вот если подключим электросеть к подлодке, проблема будет решена. Да, здравия желаю, братья и сестры. С вами, как всегда, Тэнкер Кейн. Мы продолжаем играть в World War Z Aftermath. И да, мы все еще на Камчатке. И как всегда, без лагов не обходится никакой. Быстрее, блядь. Отвисай, сука. Вот это местечко, конечно. Группа 4. Олег вышел на связь. Он доставил все детали на подлодку. Инженеры уже взялись на работу. Все получится. Может, нам наконец-то улыбнулась удача. Да, заткнись ты уже, повторяйся. Совсем разошлась. Лучше не оставайтесь на улице надолго, чтобы не закрыть нас. Старайтесь держаться внутри здания. По сути, есть подрёвки. Используйте что-то. Да, реально, что-то холодно, блядь. Уже какой-то кризис начинается. Кстати, о кризисе. Я в будущем... Вот, в ближайшем будущем собираюсь его проходить. Опять холод. Стоп. Давайте дровы возьмем и обратно. Так. Раз, два, три. Побежали. Быстрее, отлагивай, сука! Мы на точке, Аня. Говори, что нужно делать. Станция отключена. Проверьте распределенные щиты во дворе. Включите все сработавшие автоматы и потом запустите подстанцию. А если там проблемы серьезные, решаем проблемы по мере их поступления. Быстрее, блядь! Замерзаю! Обходить надо, да? А вот и исправность. Попробуйте запустить подстанцию. Сейчас, подожди, мне надо согреться. Это не открывается пока, да? А догорелись и пошли. Аня, что там с электричеством? Группа 4. Все запустилось. Вы молодцы.
В этом районе есть еще одна подстанция. План такой же. Проверьте распределительные коробки и запустите. Проверяем щиты. Конец связи. Побежали. Пачки. Спрашивается, как в таком холоде замки не замерзают? Надеюсь, это поможет. Ах ты, сука. Чё? Здесь начинается Россия. Да, блин, куда идти? Надеюсь, это поможет. Так, восстановим силы. Побежали. Получилось, подстанция заработала. Идите к электростанции, встретимся там. Принято. Я обогреватель. А вот так можно идти? Почему нельзя? Это же тоже отогрев. Вижу трубы электростанции. Мы уже близко. Эй, куда исчез? Так. Что у нас? Не пролезает. Да, блядь, отвисай уже. Hey! Привет! Perfect timing! Вы вовремя. You guys done? We're freezing our asses off. Вы тут закончили? Мы себе уже задницу отморожили. Подаю питание в электросеть. What was that? Что это было? Трансформатор рванул. Вы сможете все запустить снова? Давайте в темпе. Мы их отгоним. Готовимся к бою. Они плохо заработались. Мы могли бы объединиться гораздо раньше. Разве вы не напали на нас, когда? Мы едва выживали. И тут вдруг без предупреждения явились 50 тысяч ваших людей. Наши лидеры заключили соглашение. Вы знали, что мы появимся? Мы ничего не знали. У нас много недель не было связи. Как вы бы поступили на месте нас? Однако. Блять, зашумело, да, уже? Defense kit. I'll install it. Voltage grid is humming. Take this, you bastards. Anything good in here is mine. Мне надо MP5 качать. Found defenses for the fight. $50 cal on the scene.
И еще ящики. Там, кажется, вот последние. Вот. Внимание, на холм сперва. Дикие напали на русских. Кто-нибудь туда. А где? Куда что? А вот. Дима, скажи, что мы закончили. Я нашел проблему. Дайте мне 2 минуты. Да уйди, блядь, ты не огня. Как это вот гады писать? Блять, рванул. Дики слева. Идут по улице. Дохните, уроды. Мы должны помочь им. Ах ты, сука! Помогите, блядь! Нет. Опять лаги. Готово. Электричество есть. Сеть заработала. Олег, это Аня. Сеть заработала. Мы направляемся к обходу на базу. Отрицательно. Не подходите. Выход со стороны бухты заполнен тварями. Идите через главный вход. Сначала вам нужно подать электричество на внешние ворота. Поняла тебя. Сделаем. Мы его слышали. Куда идти? Выйдите наружу и направляйтесь во внутренний двор. Я буду на связи. И снова на холод. И снова лаги. Мы перед воротами. Подадим на них питание от нашей самодельной сети. Идите в здание слева. Ищите на синюю схему. Схема приобретена. Земля заблокирована. Включите рубильники в нужной последовательности. Есть еще. Да, блядь, что столько писанины-то? Ладно, запомни. Пришли. Что, старикан? Память подводит. Где-то этот старикан тебе задницу найдет. 4 буквы. Справимся.
Ладно, вот нужно порядок. Опять лагерь. Да, хватит. Куда идти? Опять крысы. Прям за этими воротами. Поганые крысы. Черт, придется начать сначала. Блядь. Да ладно. Это нужен рубильник. Теперь остался последний. А где печь? Черт, не тот. Все заново. Сука. I'm thawing out. Green light, find the next one. Green light, find the next one. Так. Который? Не знаю даже. Я нихуя не разбираюсь. Сука! Shit. Не тот. Wrong one. Start over. Warming my bones. Green light. Find the next one. Got the right switch. Надо, видимо, питание сначала как-то врубить, а потом все остальное. Си, нам нужен си. Can't take this cold. Это я. Вот си. Есть. Ищем следующий выключатель. Похоже, все. Все заработало. Сейчас ворота откроются. Проходите через них и поднимайтесь наверх. All right, I'm good. I can't take anymore. Need to find heat. I'm thawing out. Там вы выйдете еще один этот дворик. Мы заходим. Что он поутих, но это не надолго. Мы с Димой попробуем открыть дверь изнутри. Сразу предупреждаю, когда дверь откроется, включите сигнализацию. Это будет громко. Делайте, что нужно. Да перестань, Дэвид. Ладно, сейчас начнется. The swarm approaches. Орда приближается. Anything good in here is mine. Ах ты сука. Здесь ни черта, да? Даже С4 нету. А как обратно подняться? А вот отсюда.
Попался Кентон. Found defenses for the fight. Voltage grid is juiced. Все ящики уже открыл. А что, стоп, что там? Вот здесь. А, тут тоже поход. Они идут от дороги справа. А, тут тоже можно подняться. На, сука. Знакомый звук. Где он? Так, я сейчас проиграю уже, блядь. Быстрее надо. Да иди нахуй. Готово. Помогите, помогите. Надо отсечь их от ограждения. Так, какого ограждения? А, вот. Да идите в жопу, уроды. Да ебали. Я сейчас грохну, блядь. Да что такое? Слишком много, реально. Блядь, надеюсь, я не завалю. Поднимай быстрее, быстрее, быстрее! Сука! Блядь! Итак, раунд второй. Надеюсь, на этот раз не опозорюсь. Take this, you bastards! Сейчас посмотрим, откуда... God damn it! They're here! Swarmer from the right! Мы двери не открываются. Тебе пускать еще больше зиков внутрь. Наша последняя. Я открою двери, как только тут чисто. Внимание, прямо на курсу. Побольше.
вообще все, да? А вон еще, посмотрите. Дверь открытая. Быстро все внутрь. Куда? А куда, я не понял. А, вон туда, бункер. Не понял. Да, эта глава довольно долгая, на самом деле. This is a beauty. Вот сучантра, из-за нее ушла, кажется. Аня, не из-за нее, а из-за того, что у нее образец с вирусом. Так, все, заходим. Закрывай ее на двери. Какой-то пример. Тут будет безопасно. Я рада, что вы нас выпустили. А вы что, нас нанимались? Мы всегда готовимся к худшему, потом и живы. Доверие тоже может сохранить жизнь. Ну что ж, друзья, впереди последнее. На данный момент вообще последний уровень из последней главы. Так что ж, ждите. Да, это было довольно лагучее и холодное.